Правильно подобранный бюстгальтер может изменить вашу жизнь. Сейчас я расскажу, как правильно подобрать верный по размеру бюстгальтер. Итак, начнем с определения размера корсетной части. Возьмите сантиметровую ленту, наденьте бюстгальтер с мягкой чашкой, именно с мягкой. Расправьте корпус, выдохните и измерьте обхват под грудью, так, чтобы лента была расположена строго параллельно полу. Это очень важно. Лента должна быть прямо параллельно полу, иначе размер будет определен неверно. Запишите получившийся результат. Например, ваша мерка под грудью 70 см. Далее давайте определим размер чашечек. Расположите сантиметровую ленту по наиболее выступающим точкам груди, параллельно полу. Запишите получившийся результат. Например, ваша мерка 85 см. Теперь давайте обратимся к таблице Флоранж. Получается 70B. Несколько рекомендаций. Если по таблице Флоранж получается пограничный размер, выбирайте больше. Итак, поздравляю вас! Мы определили ваш верный размер бюстгальтера. Давайте поговорим о том, как же правильно его надеть.